Добрый день. У нас сегодня день открытых дверей. По какому вопросу вы бы хотели обратиться? Эта парочка хотела обратиться к маме Марине Мамонтовой в рабочей жизни инспектору Марине Александровне. Так совпало, что именно сегодня в налоговой инспекции день открытых дверей. И по пути в нужный кабинет Таня с папой узнают все тонкости госслужбы в погонах. На системной основе в территориальных органах ФНС проводятся дни открытых дверей по различным тематикам, на которых могут присутствовать все желающие. Сегодня приглашены родные и близкие сотрудников инспекции для ознакомления с особенностями прохождения государственной гражданской службы и важности выбора своего будущего. В кабинетах, коридорах, операционном зале есть что показать. Налоговая служба давно работает с использованием последних цифровых достижений. Для главы семьи Мамонтовых это не в новинку. А вот Таня заинтересована. Школьница только на пути выбора профессии. Я здесь бываю довольно часто, люблю встречать маму с работы. Но я понимаю, что мама очень ответственная и важная работа, поэтому она молодец, она справляется. Справляется и семье даже в рабочие часы рада. Много лет назад дорога привела совсем юную выпускницу вуза в инспекцию. После 10 лет службы был небольшой перерыв. Но как только появилась возможность, женщина работу не искала. Пошла по знакомому пути. Я без колебаний вернулась в ряды сотрудников налоговой инспекции. Прохождение государственной службы дает массу преимуществ. Это и стабильность, социальные гарантии, ощущение социальной значимости в обществе, постоянное совершенствование как специалиста. И все вместе семья Мамонтовых – это ответственные и неравнодушные жители нашего города. И потому в обеденный перерыв они отправляются исполнять свой гражданский долг – выбирать депутатов ЗАГС Собрания края и Государственной думы страны. Кстати, в этом году определено 3 дня для голосования. Выразить свою позицию можно в пятницу, субботу и воскресенье. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.